Давайте попробуем. С надменным видом феодала взирает рыцарь на Арбат. Таких, как он, сегодня мало, внизу не видно, что талант. Среди прохожей молодежи найти друзей мечтает он. Галантных юношей похожих на рыцарей любых времен. Последний рыцарь на Арбате стоит на той 35. Он понапрасну время тратит, других стараясь отыскать. Вчера в гостях мы пили ей, плясали лихо и хитро. Троллейбус мы пересидели, не досидели до метро. Подруга тихая спросила, заветы рыцарства храня: конечно, ты проводишь, милый, пешком в Сокольнике. Меня последний рыцарь на Арбате стоит на доле 35. Я буду спать в своей кровати, а он вас может провожать. Тут на углу под светофором один не в меру смелый тип с большим душевным разговором к прохожей школьнице прилип. Она мне скрикнуть не посмела, я понял все и два взглянул. И возмущенный до предела, я тут же за угол свернул. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Скандала нет, совсем не кстати, а он вас должен защищать. Я в переполненном вагоне сижу удобно в окна, а стоя рядом тихо стоит старушка хрупкая одна. Я не могу смотреть на это, за вас в беде я постою. Я вам спешу помочь советом и точный адрес вам даю. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Свое местечко на фасаде он вам, мадам, готов отдать. Конечно, песня вам солгала, и краски слишком сгущены, что больше рыцарей не стало, вы думать вовсе не должны. За эту шутку не судите, не принимайте крайних мер. А рыцарей сколько хотите, я назову вам, например. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35, он там. Я напомню, что...